Ну вот, мы вышли после завтрака с братом. Брат решил побаловать Шарика. Брат Николай. Вот он, Шарик. Шарик уже предчувствует, что что-то ему несут. Шарик? Да. Это дневной сторож. Дневной. А ночью он спит. Ночью он спит. О, Шарик. О, Шарик. Смотри, только он за руку может хватануть, когда за косточкой потянуть. Ты слышишь, да? На, держи. Иди сюда. Иди. Ну, отстань. Ну, перестань. На, держи. А это... А, по-моему, лучше это... Брат, отойди в сторонку и кинь ему. Он любит его так ловить. Шарик. Не-не, надо было ему туда прямо в пасть. Все, сейчас довольны будет. Шарик, только не зарывай, ешь давай. Давно косточек не было. Да, давно не было. Ну, у меня мяса-то нету, да. На одной каше сидит с хлебом. Братья, везите косточки. Да нет, конечно, зачем? Его подкармливает, матушка подкармливает периодически. Да еще кто-то приносит, я знаю. Да. Вот наша красавица стоит. Наша красавица, трудяга. Ну, трудяга это точно. Трудяга. Сегодня у нас прекрасное утро такое Господь дал, солнечное. Да. Вот. Зелень уже сейчас оживает. Листочки появились. Ага, воздух-то какой насыщенный. Какая благодать. Да. Небо такое ясное тоже. Ну вот так вот, слава и Богу. Вот птицы щебечут. И выходя из вагона на перрон, где останавливается поезд, мне так и хотелось всем тем, кто стоит, курит, рассказывает анекдоты, смеются, хохочет, закричать во весь свой голос. Всякое дыхание дославит Господа. Но не решился я это, не сказал. Это у меня случай был. Всякое дыхание дославит Господа. Да, все дышащее дохвалит Господа. Случай у меня был тоже, работал с одним, еще на Урале, когда был, тоже уверовал уже. И был у меня знакомый, вместе с ним работали. Пошли в лес эти для метелок, березки эти, набрать веток. Вот, и я там тоже, такая солнечная погода была, я такой говорю, радуюсь, такой говорю, аллилуйя, пою такой, он говорит, а можно мне, говорит, я говорю, можно, он такой, раз осмотрелся, никого нету, такой, аллилуйя, я говорю, да что ты, говорю, громче, говорю, он такой, аллилуйя, я говорю, еще громче, аллилуйя, ну там, говорит, я не буду, когда будут люди, говорит. Так интересно было, так и остался неверующим, к сожалению, да. Печально. В себе аллилуйя забил. Да. Ну все, слава Богу за все. Слава Богу за аллилуйя, все. Аллилуйя, да. Шарик, ну... Да бессовестный какой. И главное, возле своей чашки. Ну что ты такой? А? Ты крапиву истребляешь, видимо. Кротов. Ну все. Все, ра. Порадовал ты, брат, его. Хозяина поблагодари. Да нет, вот брата Николая. Ну нету больше ничего. Юргичка. Нету, нет. Нет, мой хороший. Нет. Вода есть? Есть. А, долить сейчас будет. Маловато. Ну все, слава Богу.